smoke weed every day. I'll be recording that shit. Fuck Obama and his mama. What? I'm that nigga. Fuck Obama and his mama. They broke my jaw for this shit the other day. I smoke weed every day. Still fuck Obama and his mama. I ain't going nowhere. I'm Mr. Sixth Street. I own this shit. Okay. Now, have a nice day, guys. Y'all need some weed? Holla at your boy. I got it. Okay, thank you. Ну вот нам все сказали, что думают. Немного минутка политики, так скажем. А мы продолжаем наше движение по главной фэшн-улице. И мы сегодня, наверное, спустимся такое место, где есть приток Колорадо, так скажем. Давай перейдем на другую сторону, там, по-моему, больше. Город очень приятный, даже энергетически очень приятный. То есть ты не ощущаешь здесь, что что-то с тобой может случиться. Или там... что ты в какой-то глухой деревне. Да, да. Все, пойдем ты, наш свет. Потому что, когда я был в Лос-Анджелесе и на Голливуд-бульваре, там действительно вот район Голливуда, он такой немножечко опасный. Здесь как бы нет опасности, нет ощущения. Хотя понятно, что Лос-Анджелес – это, в принципе, тоже безопасное место. Но вот есть там, конечно, районы все-таки, где вы можете отгребстись по полной. Вот особенно Голливуд-эрия. Весь этот дистрикт, где Голливуд-бульвар, Голливуд – это не самое спокойное место для прогулок и так далее. И поэтому многие люди останавливаются, чтобы быть поближе к Голливуд-бульвару, но попадают не в самый лучший район. Вот, как вы уже отметили, наверное, для себя, Остин – очень неформальский город. Очень неформальский. То есть отовсюду рок-музыка какая-то звучит. То есть это явно не попсовый город, так скажем. Люди немножко неформальски одеты. Какие-то тут есть выступления, рок-групп и так далее. То есть в этом городе рок рулит. Даже интернет-сеть в нашей квартире называется Heavy Metal. Да. То есть вот мы отмечаем два составляющих или две составляющих этого города. Это рок и винтаж. Так, а к реке спуск, где мы вчера ходили, дальше. Бар Чупакабра, вот видите, написано. Бар Чупакабра. Тринити, улица Тринити. Тринити – это Троица. Historical District, 6-я стрит. Бар Чупакабра на улице Троица. Звучит, да, да. Палки. Бар Чупакабра на улице Троица. А вон сама Чупакабра нарисована. Да. Сейчас, секундочку, вот он. Этот бар. Надеюсь, когда вы приедете в Остин, вы его посетите. Самый рогатый заяц. Вот видите, название отсвечивает. Рогатый заяц. Сейчас, секундочку. Нет, свет. Вот, вот так вот, видите. Попробуй внутри. Ага. А, вот он, да. Вот огромный рогатый заяц. Ага. Я подумал, они против будут. Такая оживленная улица, куча каких-то интересных клубов, баров, ресторанов, пиццерии. Видите, какая огромная техасская пицца. Просто здоровая такая. В общем, единственная моя большая претензия на самом-то деле. О,
видите, люди уже собрались, все ждут. Огромная очередь. Карлик. Так, спуск здесь был к этой реке. Дальше. На байках, байкеры, большие машины. Давай быстренько пройдем. И кругом вы видите клубы, рестораны, ночные. Пати, найт-пати, молодежь. Почему тут столько много молодежи? Потому что здесь университет, потому что здесь весь Техас отдыхает. То есть туристический город. Молодежи здесь интерес. Да. И все подчеркнуто рокерское. Ни в одном клубе мы не слышали байла кибайла, там латино какие-то танцы, шманцы, потому что мы останавливались в Нью-Йорке как-то, и там просто вот в верхнем аптауне, да, как он называется правильно, Upper West Side, да, и там просто идешь там из каждого угла, там какая-то латино музыка. А здесь вот подчеркнуто все рокерское, такое неформальское. Все у людей там в ушах, видите, все вставлено как надо. Всякие пирсинги, браслеты. То есть люди за рок. Напоминаю, мы идем по 6-й улице. Это такая улица ресторанов, баров, развлечений. Даунтаун Остин. Да, Даунтаун Остин. Сейчас мы хотим дойти до одного места, где будет спуск к одному из притоков, так скажем, реки Колорадо, прямо здесь, в городе. Покажем немножко. Вокруг которого сделали симпатичную набережную. На самом деле, вот он, приток. Сейчас мы спустимся туда вниз. Вот это настоящий приток реки Колорадо. С камнями, с горными какими-то... порогами небольшими. Мы сейчас спустимся туда, несмотря на бомжей, несмотря на то, что там кто-то спит, и немножко вам покажем. Нет, сегодня все свободно. Обычно вот здесь вот прям под мостиком. Я думаю, еще времени пришло. Бомжи еще тусят. Братья неформалы. Вот такой вот немножко итальянского вида. Ну, сейчас не видно, конечно, темно все это. Арочная такая штука. Сейчас я попробую, знаете, свет добавить. Вот так вот, на полную. Смотрим. И дальше пойдем. Давай к свету подойдем, там лучше будет видно. Стедикам сигналит, что уже хочет отключиться, батарейки садятся, потому что я выходил из перископа, и сегодня мы посетили университет Остина, там снимали и конгресс Остина, и 6-ю стрит, и сейчас вот пришли как бы на набережную вот такого притока реки Колорадо. Это достаточно большой... Риверуок. Да. Можно погулять. Ну, мы еще заедем в Сан-Антонио, там тоже прикольная Риверуок. Но сделана она очень классно. То есть вот вы можете подойти и прям в центре города, в даунтауне, потрогать реку Колорадо. Вот она. Моя рука в реке Колорадо. Холодная вода. Нет, ты знаешь, вода не очень холодная, ну потому что так это... давай купаться. Нет, потому что это же не глубокая. Русские же везде купаться любят. Да, но это надо день десантника сюда, чтобы десант сюда приехал. Вот он бы сюда бы ходил у нас. ВДВ рулит.
я, ой, день десантника. Говорю, ну они десантники, ВДВ, да. Уже немножечко. Вот видите, а это вот гости, которые здесь спят. Уже пришли отдыхать. Давайте немножечко прогуляемся. Тут такие вот дворики, видите, лестницы. И опять альтернативные. Да. Пойдем туда пройдем. Thank you. Вот. Немножечко. И мы идем вот по центру города. Спустились. И с вами идем. Сейчас зайдем под бридж. Тут такая музыка звучит. Прикольная. Саками воняет. Но это как и в Париже. Если вы попробуете погулять вдоль Сены, тоже будет саками вонять. То же самое. Люди любят захаживать сюда. Вот такая музыка. То, что мы слышим с вами. Прикольно. Тан-тан-тан. Главное, чтобы YouTube опять что-нибудь не забанил из-за этой музыки. Сейчас попробуем выйти, куда, интересно, это все нас выведет. А вот манки. Кстати. Я уже хочу на этот концерт. Да. И вообще надо сделать хорошее лого, там картинка этого манки. Надо лого себе забрать на этот год. Вот она река. Наверное, уже ничего не видите. Сейчас мы выйдем к свету и подойдем к этому клубу, посмотрим, что это за концерт. Просто глянем. Сейчас глянем, что это за концерт, подойдем, посмотрим, сфотографируем. Ну, здесь у нас, да. Может быть, музыка уже закончилась. Это вон там немножко видно. Вот это вид на ночной Остин, на его часть, которая называется Даунтаун города Остина. Ну, я думаю, вы уже поняли, что Остин очень прикольный, очень интересный. Всем, кому нравится рок, всем, кому нравится хиппи, неформалы, рок, винтаж американский. И так далее. Зашли мы, откуда музыка доносилась. И зашли в этот клуб. Одного из устьев Колорадо мы слышали музыку, вот она, манки, которую я говорил, что интересные. И вот здесь творческие какие-то работы, картины и так далее. Что? Творческие вечера. Да, творческие. Ну, прикольно, с видом на небоскрёбы, да. На что здесь только вида нет. Да, небоскребы и неформалы, вон там видны небоскребы, вот они из этого клуба. Ну, концерт, походу, закончился. Человек, который пошел выпивать. Ну все, ищите нас в Перископе.
набирайте Макс Моррисон, добавляйтесь в Перископе, добавляйтесь в группу ВКонтакте, которая называется «Скрипучая дверь». Ищите меня на Фейсбуке, ВКонтакте под именем Макс Моррисон. Добавляйтесь, друзья, всем буду рад. Смотрите мои ролики.